Привет, друзья! Приветствую на канале Алексавер. Сегодня красивый обзор барахолки, покупки, продажи. Ну, наверное, покупки скорее. Покупки на барахолке. В клубе иногда я что-то покупаю. Очень интересные предметы зачастую встречаются мне. Стараюсь такое что-то рядовое не брать. Беру то, что мне беру. Покупаю то, что мне нравится всегда. Вот, пардон, увидел грязная перчатка, но ничего, в следующем ролике, надеюсь, или через один ее не будет. Итак, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, ставьте лайк, пишите ваши комментарии, они мне важны, интересны. Как вы думаете, что это? Ну, это чемодан, а точнее дипломат. Дипломат, он такой сувенирный, интересный. Вот я не догадался, для чего нужен. Все работает, как в настоящем. Визитница. Представляете? Класс. Для визиток такой предмет. Очень интересный. Кожаное оформление. Сувенирная хорошая вещь. Вот это раритет. Бесподобный экземпляр. Это марки. Полный набор. Он не распечатанный. Запайка заводская. Цена 85 копеек, Советский фонд Милосердия Здоровья, Ассоциация Содействия, 91 год, друзья. 29 лет этому комплекту, это капсула времени, он запечатанный. Я в детстве вот такие покупал в киосках Союз Печати, думаю, как и многие другие дети. Дети, которые рождены были, ну, в конце прошлого века. Такие прелестные, просто не смог устоять, пройти мимо. Он запечатанный, внутри еще находится некоторое количество марок, не видно каких. Вот только здесь выделены под этой, такой вот этой рекламной штучкой. Вот это раритет, это для СССР достаточно такая откровенная, редкая вещь. Пастораль она называется. Это производство 74 год, дата печати Будапешт, Венгрия. Здесь художественно изображение, так, ну, я бы сказал, это рисунок одной линии, но, наверное, нет все-таки. Женщины в основном, животные. Такие красивые, интересные картинки. Такой какой-то стиль, наверное, используется. Необычный, не знаю, как его правильно назвать-то. Достаточно редкий карманный экземпляр. Еще и корешок есть. Пастораль просто. Это, друзья, логарифмическая линейка. Использовалась для измерительных каких-то процессов. Там и так далее. Честно, до конца не знаю. Она с этой стороны вот этим колесиком работает. А с этой стороны нет, то есть требует ремонта. Но все равно люди, как бы, которые занимаются этими предметами, берут их, ремонтируют и могут продавать, покупать. Друзья, вот такой мишка, фарфор. Мишка с балалайкой, очень красивый. Мне очень понравился его окрас. Позолота в идеале изумительная. Струны, гриф, все классно прорисовано, хорошая эмаль. Очень хорошая позолота. Нигде потертости я не нашел. Поэтому решил его приобрести. Мишка — это городничка. Фуф. Второй сорт, правда. Почему, не знаю. Как бы я бы ему дал бы первый сорт. Еще набор банкнот. Достаточно интересных. Это советы и царизм. Ну, царизм — это всем известная. Так называемая 20-рублевая банкнота. Слушайте, в голове вертится, даже вылетело, сейчас не могу сказать. 5-рублевка, 38-й год. Такой летчик с парашютом. 5-рублевка, 34-й год. То есть вот это нечастая банкнота. Состояние, правда, не очень хорошее, но достаточно интересное. То есть она не хрустит, но и не полотенце такое. А здесь состояние, кстати, еще лучше, с хрустом. То есть, понятно, она переминалась, но достаточно неплохое.
и 3 червонца. Такие красные, но здесь самое, наверное, плохое состояние. Это 37-й год. Они очень слабенькие, но все-таки раритет. И, друзья, вопрос. То есть можно даже отнести его к конкурсному вопросу. Я подумаю еще, если решусь, как бы будет описание под в прикрепленном комментарии, закрепленном. Что это за предмет? Просьба ответить. Что это за предмет? Друзья, на этом обзор закончен. До новых встреч на канале Алекс Аверс. Подписывайтесь, ставьте лайк. Всем пока.